Одним словом, из того, что было под рукой из остатков, вот такая вот дюфа, декоративная пропитка для защиты древесины. Высокоэффективная. Орех. Ну и т.д. и т.п. Думаю, для банок и всего прочего этот состав вполне подойдет. Итак, все высохло. Вот. И сейчас пойдем мы это дело все собирать. Для этого, естественно, вначале разберем. Гаечки, шпунтики, палочки. И пойдем. Итак, всегда устанавливаем один подшипник. Дальше по списку у нас идет ось, ОС, он же поворотный механизм. Дальше идет гаечка, щелочка опорная. Снизу я зацепил шуруповерт, чтобы не вручную все это вращать. Там. Так намного проще, быстрее и эффективнее. Так, дальше у нас идет по плану полочка номер 1. Перегородка номер 1. Дальше идет полочка номер 2. И перемычка номер 2.
И далее у нас идет подшипник, у нас устанавливается вот сюда. Естественно, пока что выпадает. На ось мы кидаем шайбочку. На шайбку? Не двигай гаечку. Дальше ставим все-таки на место подшипник. Так, после чего, как видим, все еще болтается, ну, ключик и нашу конструкцию затягиваем. Чтобы она была у нас достаточно монолитной. И вуаля, наша полочка достаточно легко, просто крутится. Такая вот у нас получилась кухонька. Возможно, с правой стороны я сделаю аналогичную поворачивающуюся полочку для кружек. Это будет где-то здесь. Но это уже совсем другая история.